Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации – это основной киноархив страны, входящий в число особо ценных объектов культурного наследия России. Более 80 тысяч наименований – от немых картин братьев Люмьер конца XIX века до современных российских и зарубежных произведений кинематографа. 450 тысяч артефактов из истории киноискусства хранятся здесь. Плакаты, фотографии, литературные сценарии, монтажные листы и многое другое. В 1997 году Госфильмофонд России был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как один из крупнейших киноархивов мира. В годы Великой Отечественной войны сотрудники Госфильмофонда ценой невероятных усилий, зачастую ценой собственной жизни, собирали со всех уголков Советского Союза и сохраняли кинематографическое наследие страны. Госфильмофонд сегодня – это уникальный многофункциональный комплекс, играющий важную роль в сохранении и развитии российского кинематографа, в развитии искусства и культуры всей страны. На протяжении многих десятков лет фонд собирает, хранит, обрабатывает и делает доступными киноматериалы, сохраняя культурное наследие России. Благодаря кропотливому восстановлению, реставрации и возвращению утраченных кинопленок оживает история. Выпускаемые Госфильмофондом фильмографические каталоги и справочники уникальны и являются библиографической редкостью. Экскурсии в Госфильмофонд помогут каждому, независимо от возраста, проложить путь в историю киноискусства. А увидеть шедевры мирового кинематографа из коллекции Государственного фонда кинофильмов России можно в кинотеатре «Иллюзион», оснащенном самым современным оборудованием для показа фильмов. Ежегодно Госфильмофондом проводится единственный в России фестиваль архивного кино «Белые столбы». Деятельность Государственного фонда кинофильмов России сегодня осуществляется в трех основных направлениях. Сохранение культурного наследия для будущих поколений, обеспечение доступности киноматериалов для зрителя, поддержка развития отечественного кинематографа. Мероприятия, проводимые Госфильмофондом в стране и за рубежом, формируют и поддерживают престиж России, сохраняют нашу историю, соединяют настоящее с прошлым ради будущего.